следующий день и следующая миссия. Авианосец Королева Виктория. Королева Виктория достигла побережья Норвегии. Ее капитан сообщает о завершении текущих ремонтных работ. В 5.00 мы начнем операцию «Тритон» по созданию плацдарма на берегу рядом с Осло для высадки подкреплений НАТО. Силы ВМФ США, отражающие атаки русских мятежников в Азии и на Ближнем Востоке, сейчас сильно распылены. Поэтому мы несем основную нагрузку в этой операции. Русские глушат наши спутники разведки, поэтому данные о вражеских укреплениях вдоль берега пока что обрывочны. При помощи информации со спутника GeoEye-2 мы уже составляем новые карты. Но для высокой точности поражения нам придется подвести флот близко к берегу. В первой фазе операции мы высадим группы спецназа по всему побережью Норвегии. Ваше звено обеспечит поддержку команды призраков, пока они не достигнут берега. Затем вы прикроете флот на протяжении второй фазы атаки. Снова тот же самолетик. Пробуем. Нептун. Это призрак ведущий. Мы движемся к главной цели. Расчетное время прибытия 10 минут. Звено Нептун, это буря. Патрульные лодки русских засекли отряд призраков и идут на перехват. Не дайте им подобраться на выстрел. Это звено Нептун, поняли вас. Приступаем к делу. Нептун 3, это Нептун ведущий. Потопи эти лодки, мы тебя прикроем. Идем топить. Очень похожи миссии вот эти сейчас. Берегись зенитки на главном корабле, Нептун 3. Одновременно и уходим. Так, зениточка. Успел. Идем дальше. Так, гористая эта местность. Здесь бой начался. Попали.
ракеты попадают в воду, да? Очень я так вот мечтал. Зашла ракета, скажем. На перехват, блин, пока подлетишь на этих 3 километра, так офигеешь. Куда этот летит, гад? Ракета приближается! А мне их уже нету, дорогие. Да я задолбался уже уклоняться за эти 2 миссии от ракет. Приближается.
Так, этот поближе. Занятые союзным флотом. Звено Нептун, это буря. Мы уже во фьорде, направляемся к цели. Нептун понял вас, жду дальнейших указаний. Фьорды. Командир, тут что-то странное. Что у тебя второй? Точно не знаю. Получаю странные сигналы с поверхности воды прямо передо мной. Картер, это Нептун ведущий. Вы пересекаете границу минного поля. Измените курс. Фури, это Нептун ведущий. Русские заложили мины по всему фьорду. Вертолетоносец Картер подорвался на мине и тонет. Нептун, избавьтесь от мин, чтобы боевая группа могла продолжать движение. Попробуйте выявить минное поле на небольшой высоте. Очереди из пушки будет достаточно, чтобы взорвать их. Но будьте осторожны, чтобы взрыв не накрыл вас. Ни хрена себе! Ну что, серьезно? Это звено Нептун, поняли вас? Нептун-3, боюсь, что тебе придется расхлебывать эту кашу. Постарайся избавиться от этих мин. Фури, это Нептун, можете. Как я быстро движение. Все сделал. Понял вас, Нептун, отличная работа. Он и договорить не успел. Красивые картинки. Зачем, правда, такую группу кораблей загонять в такую узкую попу, где их может сравнять с землей по-быстрому? Вот, вот. О чем я и говорил. Нептун, это буря. Мы попали под огонь орудийных батарей на склоне горы. Крейсер «Решимость» поврежден и тонет, а «Морзе» потерял ход. У нас мало места для маневра. Надо уничтожить эти орудия, пока они не потопили всю боевую группу. Это звено Нептун, поняли вас? Нептун-3, займись этим. Мы прикроем тебя, пока ты будешь вести огонь по орудиям. Прямо в цель, да, точно в цель. Цель поражена. Поймали, так, переключились и поехали дальше по заданию. Так, вот эта зенитка. Ракета приближается, уклоняйся! Прямое попадание по наземной цели. Ладно.
там меня прикрывает так паскудно. Еще живучие. Коцают там серьезно. Хорошо попал по наземной цели. Все. Отличная работа, Нептун. С решимостью разобрались. Переходим к выполнению задачи. Вас понял, Буря. Надеемся, это последний сюрприз от Иванов. Иванов. Они русских называют Иванами. Вот и хорошо. Так, провести разведочку. Думаю, это будет наземная цель. Так, можно пока, суть-то дела, приземлиться на крейсер. Похоже, не можно. Но интересно было бы попробовать. Высоту мы наберем. Горы как-никак. Зено Нептун, это Буря. Боевая группа на расстоянии выстрела от цели задания. Я успел запустить. О, моя ракетка. Ну, шмаляй. Командир, с аэродромом взлетают самолеты противника. Они направляются к боевой группе. Понял тебя, вижу их. Цель подтверждена. Готовимся к стрельбе. А можно я на кораблик сяду? Блин, ну это несправедливо. Взлетают самолеты противника. Они направляются к боевой группе. Понял тебя, вижу их. Цель подтверждена. Готовимся к стрельбе. Цель поражена.
посмотрите на него. Помогать приходится, не справляются. Только успеваю переключаться, но я уже как бы привык. В принципе, попадаю достаточно быстро по нужным клавишам. Можно мне пересесть на кораблик? 2-0 Нептун, это буря. Наземные цели уничтожены. Войска противника вышли из боя и отходят на тушу. Поздравляю вас, господа. Мы победили. Угу. Сейчас будет какая-то лава. Приказываю быть здесь и обеспечить доступ к фьорду прибывшим для помощи норвежским силам сопротивления. Вы трое можете приземлиться. Я угощу вас пивом в кают-компании. Ну, можно и так. Ну, на этом всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. До новых встреч.